Это петербургская художница, ей 77 лет, Елена Осипова. В медиа ее так и называют «Совесть Петербурга». В начале апреля женщина получила статус почетной гражданки Милана за гражданскую борьбу против войны в Украине. Вот этот, с этим первым плакатом я ходила, да. Вот он, видите, 24 число там написано. Это ночью я узнала. Мне позвонили просто и сообщили. Вот. А вечером я уже пошла 24 числа на Невский. Вот. И хорошо сделала, что не пошла к Гостиному двору, потому что там всегда уже стоят машины, автозаки, и там все равно невозможно было бы стоять. А встала вот около памятника Екатерине. Нет войне! Просто невозможно было поверить, что это на самом деле случится. Хотя все уже предвиделось уже и за эти годы, что это готовится, что это может произойти. Но никто не верил, что на самом деле на такое решится наша власть. Очень бурная реакция молодых людей была, что я даже не ожидала. Понимаете, я шла без всякой надежды на положительную реакцию, поскольку сказали, что чуть ли не все все это поддерживают. И оказалось, что очень много, особенно молодых людей, и не только молодых, они избрали такой способ протеста. Они большими массами бегали по тротуару, по всему Невскому кругами и кричали, просто кричали «нет войне, нет войне». И они очень были рады, что вот этому моему плакату и остановились, и следующие тоже останавливались. А некоторые просто плакали, мужчины даже молодые, плакали, что чем помочь, от бессилия, вы понимаете. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Потом на второй день вот с этим плакатом я выходила и к нему прибавляла вот этот плакат. Вот, солдаты. Солдат, бросай оружие, не стреляй, и ты будешь настоящим героем в данной ситуации. То есть лучше любой трибунал, невыполнение такого безумного приказа, чем идти стрелять своих же братьев. Она же меня толкала и рвала. Я показывала 8 марта плакат просто... разбомбили, подходят такие уже более сильные люди, молодые, из тех, наверное, кто добровольно даже едет на Украину убивать. Они стараются плакат испортить, отобрать. Человек 10, они окружают человека, который хочет что-то сказать или что-то, плакат вынуть, и все. И ты ничего не сделаешь и не покажешь. И ломать начинают этот плакат. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Не трогайте. Нет, нет, не трогайте ее, не трогайте ее. Почему большинство задерживают, а вас нет? Как почему? Ну, потому что меня весь город знает. И как художника уже, и то, что я с 2002 года выхожу и объездила все полицейские посты. И знаю даже, они иногда даже обращались, чтобы помочь им, когда у них вот нет ни туалета нормального, кроме дырки в полу, ни буфета нет, ничего. Их не было раньше еще. И зарплаты были очень низкие, 24 тысячи всего. Вот. Так что они меня знают, и что я не террористка какая-то. Мы не рабы, рабы делают тиранов. Что люди имеют право выражать свое мнение, понимаете, имеют право.